Наступил тот день, когда я еду. Такая счастливая, даже не верю, как во сне. В порядке все у меня. Смотрите, какая красота. Всем привет, мои дорогие зрители. Я в Батуми. Вижу Ашкема своего. Мы находимся в сказке. У нас с мужем такой активный, насыщенный день. Идет бабуля с ними посмотреть, где учатся мои внуки. Турко-туристо. Такие вот дела у нас. Хочу показать вам море, какое сегодня замечательное. За сколько времени мы впервые увидели такое чистое море. И моих деток, вот. Мари моя. Ирмочка, а ты почему без нарукавников? А ну быстро выходи. Нарукавники одень, бабуля. Боюсь я, все равно она маленькая. Быстрей, бабулечка, нарукавники одень. Давай, жду я тебя. Ой, какая волна! Так что вот, смотрите, какое замечательное море. Мы уже сколько времени здесь? 2 часа. И уходить не хочется. Но сегодня дети еще хотят 5 часов прийти. Не знаю, как у нас получится. И будет ли еще желание у них после этого. Фирмочка, во всякий сухоти на ее. Деловая такая, деловая, побежала. Это они так общаются. Они себя в роли птиц. Попугаев наших. Сейчас я им купила эклеры. Захотели сладкое. Что делать? Бабуля не может отказать. Бабуля, так по-русски происходит базар, да? Базар ты си. Вчера был базар. По Раскеве понедельник? Да. Пятница. Пятница. По Раскеве уршабаты? Давай, дай твалы. По Раскеве уршабаты. Нет. Сам шабат. Ура, урша, по Раскеве. Шабаты куира, уршабат. По Раскеве джума, пятница. А? По Раскеве пятница. Пятница. Дальше. Суббота, воскресенье, шабаты куира. О. Знаешь что, я тебе сейчас... Дни недели. Воскресенье. Воскресенье назывался неделя. А ну ничего не делят. Забыла, после недели. Что идет после недели? Понедельник. Понедельник, да. Понедельник. Первый день. Ара. Второй день. Идет вторник. После... После недели. Угу. Воскресенье, да? Угу. Нет, воскресенье ты нет. Что-то запуталась, доченька моя. Как она не хотела утром просыпаться. Я ее целовала полчаса. Она говорит, иди, бабуля, не хочу. А шабаты сам шабаты. Салы. Вторник. Они по-турецки, вторник. Вторник нет. Мы с ними запутались на всех языках уже. Ой, какая у нас жара, мы идем еле-еле. 11 часов, да, уже? А мы все идем. Не знаю, пойдем ли мы в 5 часов на море? Да, пойдем. Хватит ли у нас сил? Да, хватит. Ну, у вас хватит, вам вы ничего не делаете у бабули, хватит ли? Ну, посмотрим, друзья мои. Это языка. Да называется что? Шабат. А ну шабаты. По-грузински шабат. А это по-еврейскому. Суббота пришла из еврейского языка. Понятно. Называется шабат. Очень интересно. А по-грузински шабат. Какие знания. Вы видите, какие знания. Всем привет, мои дорогие. И я снова сегодня на море. Посмотрите с ним, с моим мужем. Мы решили в воскресенье оторваться по полной и утром, и вечером. И мои дети, наверное, как только закроют глаза, сразу отключатся. И я устала. Вы знаете, что действительно я устала от каждодневной уборки. Я это поняла. И как хорошо, что я сейчас пришла. Хотя я тоже убрала все. Такова жизнь.
что-то пыльное такое, грязное, я не знаю. Природа портится или не знаю. Какая красивая, как вы думаете. Не такая уж старая, не так? Наша Сандрочка. Детки встретились, моей подружки, доча. А мои, посмотрите, берутся. Вода замечательная, теплая такая, как парное молоко. Водичка, вот Сандрочка. Наша... Там есть ключи. Да, осторожно. Красивый, да, в море такое. Всем доброе утро, дорогие мои подписчики. Мы идем на море. Сегодня у нас базар. Самые умные с утра приходят, пока не жарко. Смотрю я и думаю, что мне надо. У нас все есть. И фрукты есть, и черешни, и клубника, и зелень. Все у нас есть. Внучечка. Внучечка моя. Сегодня будет жаркий день. Мы идем ненадолго, потому что он говорит, что-то живот разболелся с утра. Беспокоюсь за него. Он говорит, идите уже на час. Так что обмыться и назад. Как по плану. А здесь жарят кебаб. Вот представьте, какая антисанитария будет. Антисанитария. Кто проверяет? Никто не проверяет. Как готовят, где готовят. Ну, покупают люди. Вот. Здесь пока еще не разложились. Ой. Радро. Миндоши хелавс джеджид. Палахи хвавилияния. Хвавис атас прад. Бареби. Вот такие у меня умные дети. Друзья мои, сегодня я занялась, смотрите, каким чудом. Посмотрите, какой бульон. У меня курица, друг моего мужа нас угостил. Мы просто спросили, где он покупает куры, потому что здесь в Мерсине очень сложно купить где-то куры. И посмотрите, у меня, я сегодня с утра с ней занималась, 7 часов, так как я ее разморозила. Он принес 2 такие курицы. Вот правильно говорят, все эти кармические семена и бумерангом вам все вернется. Вот вернулась моим детям, и денежку подарил, и фрукты принес нам вчера, и инжир, и черешню, и что еще, клубнику. И вот, смотрите, огромные такие куры. Еще здесь не хватает грудинки. Знаете, как, какая большая? Я решила все с скороварки с утра отварить. Почистила ее. И этот сейчас буду делать суп. Еще, смотрите, у меня сколько тут варится яйца. Мари сама себе делает. Вот, смотрите, еще бульон сколько. Вроде бы как одна курица, а столько бульона. Еще не вся курица. И я буду делать куриный... Суп по-турецки с морковкой, с лобком, зажаркой, как обычно, не такой, как все. Там у меня Мари кушает, дети покушали, Ашкин спит. Ну, а я сейчас приготовлю, потом буду заниматься другими своими делами. Вот посмотрите, какая курица. Какая, о, господи, какая у нее шея. Какая шея. Очень хорошая, очень большая и очень вкусная. Всем привет! Я вам забыла рисунок показать. Я нарисовала и вам не показала. Вот. Напишите в комментариях, насколько вам нравится. От 0 до 10. Оцените. Если вам понравилось, то есть если вам не понравилось, то когда ставьте лайк. А если вам понравилось, то когда подпишитесь. Вот. Это я вам еще хотела сказать. Завтра мы идем на бассейн. Я вам обязательно поснимаю
как мы вышли там, что мы делали на бассейне. Ашки покупают бассейны на целый день. Сейчас я сидела, телевизор смотрела. Знаете, я хотела сказать. Помните, что мы были на том, на моем день рождения на том море? Я забыла сказать своей мечте. Я первый раз от радости заплакала, мне глаза закрыли. Потом я от радости начала плакать. Бабуля сказала, как ты меня сюда привезла, как ты тут, как ты узнала, что я хотела на этом море, как? И мне ее подругин ребенок, Катюша, я не ошибаюсь, да, Катя, подарила мне всякие там вещи. Игрушки, там это. Потом опять мне закрыли глаза, я вообще ничего не понимала, что происходило. Меня завели домой, там глаза закрыли. Открыла глаза. Подо мной маленькие-маленькие шарики валались. Пока свет был выключен, я ничего не видела. Когда включили... Нет. Вначале включенный свет был, потом там шарики были. Я вам обязательно скажу на моем день рождения и покажу, какие у меня эмоции были. Я еще не представляю, куда идем. Бабуля сказала, что это для тебя сюрпризом будет. И, короче, посмотрим, какие-то мне подарки будут. Я вам еще хотела сказать, я просто рада. И хочу поскорее проснуться, когда я вас увижу. А ну, вы меня поняли? Проснусь, покушаю, переоденусь, купальник надену. Обязательно вам поснимаю. Я вам потом хотела, я вам сказала специально, что увидимся, потому что вот так. Встану утром, свои эмоции покажу. У меня уже радость. Вот это сердце. Оно, вы знаете, что когда вы радуетесь, что когда-то куда-то идете, у вас сердце как будто чувствуется. Вы как будто у вас как будто сердце перестает. И начинаете. Горло болит. У меня сейчас горло болит от радости. Потому болит, что я очень рада, что завтра идем мы на бассейн. Вы сейчас не подумаете, что мы первый раз идем на бассейн, в аквапарк, то есть вот этот. Я вам сейчас покажу, какой в аквапарк мы идем. Простите, что немножко шатаю камеру, потому что так получается. Простите, что еще темнота здесь. Сейчас свет включу, простите. Опа. Ура, Сви! Простите, что еще я вот так вот шатаю камерой, потому что у меня руки трясутся, а вы не подумаете, что сейчас из-за радости нет. У меня всегда так трясутся. Смотрите, вот этот в аквапарк мы идем. Я так рада, так, там детские есть, и там горки опасные есть. Я хочу покататься на этих горках. Вы не представляете? Ну, я правда хочу покататься один из горках. Наступила на лужу, которую бабуля сегодня в пол помыла. И нечаянно на лужу наступила. Вот наш парк. Happy birthday to you. Я сейчас думаю, что у меня день рождения. Смотрите. Я сейчас бабуле скажу, что мне немножко пораньше. Бабуля! Подождите. Вот я. Блогерша новая. А вот и я сама. Вы не думайте, что я русская. Я грузинка. И вот. Вы не подумайте, что я русьянка. Я грузинка. Я разговариваю по-русски и по-грузински, конечно. А так, там птичок какой-то берет. Может, еще кого-то будет видно.